Всем привет, меня зовут Кононова Аня, и я сотрудничаю с интернет-проектом Faberlic Online. Вот, вы знаете, заказала такую штуку, очень рада. Это называется Denos Ultra, портативный ультрафиолетовый дезинфектор. Это полная дезинфекция от микробов, и она может работать от USB. Также нельзя сразу вам... Тут вот зачитаю, не подвергайте кожу и глаза УФ-излучению. Да, то есть первым делом, когда я его включила, я, если честно, решила пообезвреживать руки, а потом уже прочитала. Поэтому не повторяйте моих ошибок, если будете такую штучку заказывать. Да. То есть смотрите, я тут все вам сфокусировала. А мощность какая, срок работы есть на батарейках, габариты вот 125 на 135, вес 65 грамм без батареек, источник питания 4 батарейки типа АА или USB. Вот, мощность лампы 3 ватта, длина волны 235,7. Вот, если честно, не совсем это поняла. А далее, значит, что он делает? Он дезинфицирует все, да, для дезинфекции клавиатуры, мышки, сканера, факса, другой офисной техники, да, то есть медицинских аппаратов, соляриев и так далее, да, то есть вы можете дезинфицировать им хоть свое сиденье, да, хоть, ну, в общем, все что угодно, ванну, туалет, санузел, посуду, детские соски, игрушки в детской, да, вот это вообще очень актуально, потому что у меня, у детеныша есть очень много игрушек, колясок, все это не перестираешь, мягких игрушек куча, и мне, конечно, приятно. Применение у него очень простое, надо 30 секунд держать над вещью, и она дезинфицируется. Далее, для дезинфекции мобильных стационарных телефонов, видеокамер, ювелирных изделий, то есть все-все-все, что угодно. Да, вот крышка унитаза, ванна, умывальник, зубные щетки, расчески, полотенца в автомобиле. Также, значит, тут есть такой вот, такая вот аннотация, да. То есть, во-первых, давайте начнем с самого начала. Это правила безопасности, да, вот я давайте их вам сфокусирую. То есть нельзя ронять, нельзя мочить, да, то есть ремонт, если вы сами его вскроете, то гарантия исчезает у него, да, то есть, как вы понимаете, в хранить недоступном для детей животных месте, да, то есть Denos — это у нас Россия. Далее, избегайте попадания излучений на кожу, да, то есть вот смотрите, тут все-все-все написано, можете поставить паузу, почитать, да, то есть внимание, аппарат хранится при температуре окружающего воздуха ниже 10 градусов Цельсия, выдержите его условия эксплуатации не менее 2 часов перед использованием, то есть с мороза нужно 2 часа, чтобы он полежал, чтобы вы его не трогали. Да, утилизация, да, то есть вот это все идет. Второе, да, для чего он нужен? Ну что, это дезинфекция, которая является одним из видов обеззараживания, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на уничтожение болезнетворных микроорганизмов. При дезинфекции проходит значительное уменьшение количества бактерий и обрабатываемой поверхности. Качество дезинфекции зависит от вида микроорганизмов, длительности воздействия и комбинации обеззараживающих факторов в бытовых условиях. Для обеззараживания наиболее часто применяется сочетание механического, химического и физических вариантов обеззараживания. А в аппарате Denos Ultra в качестве дезинфицирующего фактора применяется ультрафиолетовое излучение диапазона С, вот, которое можно отнести к варианту дезинфекции физическими факторами. Denos Ultra можно применять для профилактической дезинфекции в сочетании с другими вариантами обеззараживания поверхности различных изделий. Да, то есть, и вот тут, например, да, то есть я вам это уже все рассказывала. Применение очень простое. А тут, значит, можно вставлять батареечки. Ой, да, вот как вы видите, можно вставлять сюда батареечки. Их тут идет 4. Минутку, упала, достану, да, тут их идет 4, она легко открывается, легко потом также закрывается, да, вот так вот держится крепко, но видите, как открывать надо аккуратно.
А далее, значит, вот сама лампа, которая все это обеззараживает, если вы ее поворачиваете вверх, она отключается, то есть она автоматически не дает вам повредить глаза, кожу и так далее. Далее, значит, вот кнопочка включения, вот USB, вот вход в этот USB. Вы знаете, буду брать его с собой в дорогу, потому что батарейками я пользоваться не буду, но у меня есть вот такая вот штучка. Я и заряжаю ноутбук, телефон и так далее. И вот тут как раз этот выход подходит. Также от компьютера, от ноутбука, от чего угодно вы можете заряжать его, да. Также можете купить отдельную розеточку. Сейчас я вам покажу это все дело, да. То есть батарейки, они в принципе вообще не обязательны, да. То есть они просто были уже в комплекте. Давайте покажу. Вот такие вот батарейки были в комплекте. Вот, то есть просто их сюда вложили, поэтому я их тут вставила, да. Также вот смотрите, эта камера у меня стоит на зарядку, то есть вы можете воткнуть в любую розетку, вот этот вот переходничок, да, в любую розетку можете воткнуть и также от розетки им пользоваться. В общем, идеальное применение, идеальное все. Я довольна этой покупкой, и почему-то я увидела это видео поздно. Я увидела это видео на канале директора нашей структуры, весьма самостоятельного. И вот, вы знаете, с удовольствием тоже сразу же приобрела, потому что, ну, в принципе, в доме, где есть дети, это важная вещь. Да, смотрите. То есть, держим. Оно включилось. Ну, может быть, это будет плохо видно на камеру, но вот как вы видите, видите, отсвечивает немножко, да. То есть, и вот можно, по идее, мышку сейчас-таки обеззаразить. Вот так вот 20-30 секунд вы держите, и мышка у вас практически стерильная, да. Но лучше, конечно, ее поставить, руки убрать и вот так вот делать. Если вы переворачиваете, он сам по себе выключается. Обратно он начинает включаться. То есть вот такая вот штучка классная. Выключить можно легко, а включаете, надо подержать, чтобы он включился. Да, то есть это, в принципе, очень удобно. Ну вот и все, мышка у меня простерилизована. Сегодня работаю без микробов. Вещь классная, в доме, где есть дети, для тех, кто ездит куда-то в поездке, да, то есть и на батарейках можно, и через USB можно, и всяко разным можно, и в принципе я очень даже и довольна. Тут еще есть аннотация, да, то есть тут есть и порядок работы, вы тут не запутаетесь, да, инструкция по применению, да, вот как раз таки 3 секунды удерживаете, и индикатор питания загорится голубым цветом. Вот он, индикатор питания, он загорелся, значит, ваша лампочка работает. Не забывайте выключать. Да, то есть выключать просто на кнопочку. И далее порядок работы какой. Да, и вот видите, опять не подвергайте кожу и глаза воздействию лечения. Да, вот модель. Все тут про нее сфокусирую вам обязательно. Гарантии использователя. Вот гарантийный срок. Вот, пожалуйста, да. То есть далее тут. Откуда это все дело, да, где это все производится. И вот смотрите, вот это вот очень важный момент. Сейчас я сфокусирую, увеличу. Дата срока годности начинается от того, когда вы получили его на агентском пункте. Но если вам вот это не проставят, вот это вот не проставит, вы как подпись покупателя не распишетесь, подпись продавца и покупателя у меня одинаковая, потому что я получаю на собственном агентском пункте, поэтому я сама себе этот аппарат сдала. Да, то есть и какое число. Если тут не проставлено число, срок годности начинается от даты изготовления, а не от даты получения этого аппарата на агентском пункте. Тут будьте очень-очень внимательны. Ну что ж, живите без микробов. Рада была быть вам полезной. Я думаю, что этот аппарат вам тоже пригодится во многом. Стоит он не так и дорого, по-моему, около 2000 рублей. Но я куплю еще один, чтобы он был не один в семье.
Вы знаете, мне это очень-очень понравилась штучка, да, можно брать с собой, ну, куда угодно, даже вот вы сидите в кафе за столом, вы можете даже стол обеззаразить, да, вы едете в поезде, вы можете полностью обеззаразить все, да, то есть вы идете в общественный туалет, вам тоже она там может пригодиться, да, к примеру, там за ручку общественную взяться, еще что-то, да. То есть я думаю, что эта находка будет для многих и не только для меня. Вот. И также я заказала большой аппарат, который стоит более 100 тысяч рублей. Я уже там немножечко над собой поставила опыты. Хочется тоже поделиться, но это уже будет в другом следующем видео. Смотрите на моем YouTube-канале. Это видео уже подошло к концу. Спасибо вам огромное за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, быть в курсе новых видео. Рада была быть вам полезной. С вами была Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн.